Первую половину матча шли на равных, потом удалось все-таки сделать задел, за счет чего это все произошло? Как-то. Да мы, в принципе, всю игру играли на расслабоне. Ой, просто думаю, ребята второй половине устали и уже не смогли поддерживать темп. А мы продолжали получать удовольствие от игры. Все, не все удалось, что хотели? Или ничего не хотели? Да мы всегда хотим поиграть, получить кайф от игры, показать себя, создать какие-то красивые моменты. Вот. Ну, что-то получалось, были обидные потери, но они только потому, что мы хотели сделать игру лучше, сделать игру красивее, обостряющие передачи. В общем, такая история. Здравия. Спасибо.